Бобруйск вошел в топ самых благоустроенных городов Беларуси. Во второй категории он забрал золото с 234 баллами. Критерии оценки включали в себя площадь зеленых насаждений на одного человека, количество спортивных площадок, возможность раздельного сбора мусора, а также качество дорожного покрытия, благоустройство кладбищ и число проведенных субботников. Победители награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета. В преддверии Дня защиты детей в Бобруйске открылась новая детская площадка. Игровой комплекс расположился на улице Батова, 20. Для местных ребят предусмотрены все виды развлечений – горки, турники, качели, домики, песочница, полоса препятствий. Главный приоритет – безопасность. Все установлено на надежном резиновом покрытии. Сегодня в Могилевской области проходит единый день безопасности дорожного движения. В летний период количество ДТП с участием несовершеннолетних значительно увеличивается. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения ПДД. Переходить дорогу на пешеходном переходе можно только после полной остановки транспорта. Велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Детей до 12 необходимо перевозить в специальных удерживающих устройствах. 4 и 5 июня с 8 вечера до 6 утра движение транспорта будет ограничено в зоне железнодорожного переезда, расположенного по улице Пушкина в районе улицы Свердлова. Путь следования автобусов номер 6, 6А и 16 будет организован по Пушкина, Бахарова, Чангарской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. 17-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» пройдет в Бобруйске с 27 июня по 1 июля. В планах проведения гала-концерта, выступлений творческих коллективов, масштабного торжества, посвященного Дню города. На участие подали заявки 12 стран. В общей сложности фестиваль смогут посетить 500 представителей из России, Кыргызстана, Венесуэлы, Кубы, Сенегала, Ганы и других государств.